Парк Южной культуры. Это Адлер. Дендрологический парк совхоза Южной культуры 1910-1911 годы. Основатели Ригер Скрибальник. Объект культурного значения регионального значения. Розарий окружен кипарисами, плотной изгородью зеленой. Чудесные белые скамеечки. Ой. Много цветов роз. Чайные розы. Белые розы. Угу. Вот это я понял. Да. Вот такая. Ну, один. Вот это куст, да, мам? Как у кит. Растут. Ну, кстати. Ведро бегает. Драчевский Даниил Васильевич, основатель парка. Жил он 1858 год, 1918 скончался после революции. Да. Вот. Вложил все свои средства, силы, энергию в создание этого парка. Угу. Это гордыня. Благоухает так. Ой. Гордыня. Вот цветочки такие. Японские карпы,
Черепахи. Да, она кусается? Нет, мы не добрые. Ну, не кусается. Старинный фонтан в парке Южной культуры. Давай, я его возьму. Цветущая азалия. Семейство вересковых. Это гинго, двулопастной гинго. Криптомерия японская. Ой, какое высокое дерево. Криптомерия. Отдыхающий гусь, спящий гусь. Эту палку надо. Я хочу их потрогать. Лебединое озеро и гуси. Эвкалипт.